Здравствуйте! Презентую вам мою новую работу «Картина в рельефе со слоненком». Я ее изготовила из специальной смеси с добавлением полимеров, поэтому она в рельефе, но все очень крепко держится, и я узнала метод, как сделать имитацию, приближенную к коже слона. И вот что у меня получилось. Вот эта картина входит в серию картин для детских комнат и прекрасно сможет украсить стену в детской комнате. Рама деревянная, я ее пока не покрасила, потому что она будет потом краситься, смотря вот какие цвета еще есть в данной комнате. Получился очень веселый слоненок, который бегает по лужам, и сочетание цветов. Я вот думала, что сделать что-то такое и не яркое, и в то же время, чтобы были акценты. И вот что у меня получилось. Спасибо вам за просмотр. Желаю всем удачи!